секунд за мешка картошки. То есть ты руками там ничего не делаешь? Хочешь меня за руки? Не за руки, а за спину, когда у тебя второй сет, за спину должен поднять высоко. Столько, чтобы подсунуть руку под спину, как было изначально. То есть ты должна вернуться к начальной фигуре. Поэтому руки мешают мне. То есть зайти первую часть уже получается. Вот видишь, эта рука уже будет мешать. Да? Конечно. Смотри, вот эта рука же потом куда я дену, чтобы тебя перекинуть? А это куда ты денешь? Ну, давай с одной рукой пока, эту убираешь, да? Вот это останется. Эту ты уберешь за рукой просто, да? Да. Что такое не пошло? Что-то какой-то ай. И не пошло. А вот видишь вот этот, ну ладно. А, бумажник мешает, уже получилось, бумажник помешал. Точно бумажник. Ну ладно, три раза делали, уже что-то. Осталось 97 раз и получится. На самом деле это даже медленнее, чем слово. Тут столько интересно, сколько показывает диджейский этот прибор ударов тут. Даже если считать по этим, по палочкам, которые стучат по брусочку или почему-то, и то будет мало. Так, три раза сделать. Какую еще фигуру три раза сейчас сделаем? Вот это подъем, что ли? Блин, тогда, наверное, будем его делать там, возле деревянной стены, чтобы, если я тебя поднимаю, ты падаешь назад, ну, скорее всего, я буду падать назад. Потому что, вперед, для меня вперед, это назад, если вот так стоим. Мы упьемся в стену. А если я буду падать назад, ты упьешься на меня, и все ровно.